Здравствуйте. Сегодня мы хотим рассказать о таком растении, как сальвия рио, и это растение является однолетним. Этот сорт сальвии, другое название шалфей, имеет очень выровненное кустистое строение и достигает высоты до 45 см. Одной из главных особенностей этого вида являются его длинные соцветия размером около 15 см. Цветки сальвии рио могут быть различных оттенков, глубокая синяя, фиолетовая или сиренево-голубая. Цветение сальвии начинается в июне и продолжается до конца сентября. Оно обильное и привлекательное благодаря большому количеству соцветий на каждом растении. Благодаря своему декоративному виду, этот вид шалфея часто используют для создания красочных клумб, миксбордеров, рабаток и цветников в ландшафтном дизайне. Сорт имеет не только декоративную ценность, но также может использоваться для создания букетов благодаря своим красивым соцветиям. Этот сорт шалфея также отлично подходит для контейнерного выращивания. Он прекрасно дополняет сады пейзажного стиля. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео и оставляйте комментарий. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдете в описании под роликом. И если хотите поддержать канал, то ссылки тоже в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!